Чемпионат Дагестана по баскетболу среди мужских и женских команд прошел 4 и 5 ноября в спортивном зале Дагестанского государственного медицинского университета в городе Махачкала. В соревнованиях приняли участие 8 мужских и 5 женских коллективов. Среди женских команд победителями стала сборная Хасавюрта. Женская сборная Хасавюрта уже 13-й раз становится победителем чемпионата республики. О том, как проходила подготовка к соревнованиям, рассказал тренер сборной Паша Пашаев. Независимо от того, сильные они были, когда пришли, или слабые они, ну, в конце концов, мы их доводим до такого, что они, ну, пока что удавалось выигрывать все время. Мы сыграли 4 игры. Сразу же, вот, первая же игра у нас была очень тяжелая. В этой игре, ну, мы на воле, на желании выиграть. Мы их выиграли со счетом 58-56. Один мяч в одно попадание мячом в кольцо, мы их переиграли. Сложная была игра. Но следующие две игры у нас было с городом Избербаш. Это было легко, легче намного. В команде девушки показали слаженную интересную игру. В составе сборной было 12 человек разных возрастных категорий, от новичков до самых опытных, которые тренируются и играют уже более 10 лет. Далила Махмудова – новичок в команде. В состав сборной попала совсем недавно. По словам Далины, соперники были достаточно сильными, но благодаря упорству и силе воли к победе удалось перебороть все трудности. Во-первых, это большая ответственность, потому что выступаем за город, представляем Хасавюрт. И надо сыграть очень достойно, потому что соперники бывают сильные. Выкладываемся по полной. Сама игра, очень нравится наблюдать за игрой, принимать участие. Очень большие эмоции испытываешь во время игры особенно. Баскетбольная команда «Хасавюрта» была создана в 2002 году на базе педагогического колледжа Зайналабида Батырмурзаева. Поначалу занятия проходили как общая физическая подготовка для любителей. Благодаря поддержке руководства города и регулярным упорным тренировкам игроки добились значительного успеха. В плане сборной не останавливаться на достигнутом, завоевывать победы на всевозможных соревнованиях и чемпионатах. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».